Гавота Иоганна Себастьяна Баха – одна из любимых мелодий Юли. Через 2 месяца девушка заканчивает музыкальную школу. Спортсменка и просто красавица Юля Фомочкина занимается дзюдо, профессионально делает маникюр, отлично рисует и уже задумывается о будущем. Физика нравится, математика, способности. Рисую, ну вот поэтому, наверное, иду на строительный. Если получится, если поступлю, то в Питер. Вот. Если не получится, то в Самаре останусь. С 4 лет Юля живет с бабушкой, которая оформила над ней опекунство. В этом году дети-сироты, заканчивающие школу, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. В период, когда немало средств требуется на подготовку к экзаменам, эти деньги семье Фомочкиных очень кстати. Сумма, которая выдается, очень нужна на сегодняшний период, так как девочки заканчивают 11 классов, и есть необходимость их израсходовать на дополнительное обучение, то есть репетиторы, и на обучение дополнительное, как музыкальная школа. Сегодня в регионе социальные выплаты получают более 1,5 миллиона человек. Это почти половина населения области. С этого года меры соцподдержки в регионе станут адресными. Выплаты в первую очередь будут получать те, кто в них действительно нуждается. По статистике, на грани бедности и за ее чертой в губернии живет почти 1/5 населения. Пособие для них увеличат за счет сокращения расходов на госслужащих. Особое внимание уделят многодетным семьям. Теперь им будут компенсировать 1/2 коммунальных расходов, а не 1/3, как раньше. Выплаты малоимущим повысят со 150 до 500 рублей в месяц на человека. Один ребенок еще на среднем уровне по доходам семья держится, но как только появляется второй, а тем более третий последующий, семья сразу становится в большинстве случаев малообеспеченной. Я могу сказать, что из 47 тысяч граждан, которые получают пособие по бедности, а до сегодняшнего дня этот размер этого пособия составлял 150 рублей на одного человека ежемесячно. Больше половины этих граждан – это многодетные семьи. В регионе уже готовят дополнительные меры соцподдержки. Планируется увеличить субсидии многодетным семьям и выплачивать пособия матерям, родившим первого ребенка до 25 лет. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.